У вас сегодня, ребята, такой очень серьезный, значимый день, который останется у вас в памяти на всю жизнь. Вы впервые получаете основной документ Российской Федерации. Свои первые паспорта из рук заместителя главы Канска по общественно-политической работе Ирины Владимировны Леонтьевой получили 11 ребят. Без сомнения, этот день для них оказался крайне волнительным, так как паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. И с его получением у человека появляются новые гражданские права и обязанности. Сами ребята отметили, что эмоции в этот день они испытывали довольно смешанные. Немного грустно, что детство уходит, но, несмотря на это, я просто счастлив, что получаю впервые свой паспорт в такой торжественной обстановке. Было волнительно не только для меня, но и для других. В рамках вручения всех подростков поздравили председатель городского совета депутатов, директор многопрофильного центра и начальник отдела по вопросам миграции. Почетные гости пожелали ребятам всего самого лучшего и напомнили, насколько серьезный рубеж они преодолели. Вы получаете сейчас тот документ, с которым принадлежность той великой стране, в которой вы проживаете. Это единственное, ни свидетельство о рождении, ни какие-то другие документы принадлежность к нашей стране не дает. Напомним, именно в 14 лет с получением паспорта уже можно осуществлять ряд прав самостоятельно, распоряжаться своими заработками, стипендией, осуществлять права автора произведений искусства, науки, литературы и нести ответственность за свои действия. Юлия Олейникова, телекомпания «Канск», 5-й канал.